привет, меня зовут Липач Сергей, и я представляю мой проект «Шоукаст». Соответственно, этот слайд говорит о чем? Это, собственно, вопрос, да, сколько людей в мире реально мечтают стать знаменитым? И действительно, по оценке одного из американских экспертов Бима, их более 1,6 миллиарда человек. Но на самом деле, как мы знаем, не такое большое количество людей действительно пробивается куда-то наверх и занимает свое место в топовых проектах. Собственно, вопрос, почему их так мало? Этим вопросом у нас задался и наш друг Игнат. Всю жизнь ему мама говорила, что он круто поет, он вообще самый красивый, и он хочет стать звездой. Соответственно, как это сделать? Игнат пошел в интернет и решил узнать, да, какие основные способы сейчас есть прославиться. Соответственно, на рынке сейчас это 3 объективных способа. Рассылка своего портфолио на e-mail кастинг-директорам, либо регистрация на специальный сайт, где ты можешь предложить свою услугу кому-либо проекту, или развить свой блог, да, как это сейчас модно. В принципе, по идее, если ты сделал все эти 3 вещи, ты можешь расслабиться и ждать там звонка от какого-нибудь продюсера. Но по факту этого не происходит. Почему? Дело в том, что сейчас более 40% заявок просто не обрабатывается кастинг-директорами по e-mail. И это связано с тем, что на них приходит огромное количество спама, все медиаматериалы надо качать, потом приносить в CRM-систему, и, собственно, вступает дедлайн, и какие-нибудь бриллианты реально не проходят в проекте. Второй способ необъективен, так как кастинг-менеджеры определенного сайта могут по субъективным причинам просто отсеять человека и не довести его до продюсера. Соответственно, точно так же он не получает роль. И третий способ, соответственно, это довольно энергозатратный способ, нужны деньги и немаленькая только удача. Соответственно, что делать таким людям, у которых есть только телефон и нет средств для раскрутки? Мы представляем наш проект «Шоукаст». Это первая социальная сеть для талантов и кастинга. Наша платформа позволяет работать с заказчиком и обычным талантом в системе peer-to-peer. То есть, соответственно, существует система ранжирования, которая предлагает каждой категории клиентов наиболее подходящие варианты. Так, если, например, у нас есть музыкальное агентство, при регистрации в приложении им предлагаются музыканты. Если это мувимейкеры, то им предлагаются, соответственно, артисты и так далее. Стать звездой очень просто. Можно откликнуться на любой предложенный тебе кастинг или найти его, приложить фото, видео, обработать в редакторе и, соответственно, ожидать подведения итогов. По факту своему мы хотим сломать систему барьеров, которые сейчас существуют, и огромное количество заблуждений о том, что в мир медиа нельзя там просто так попасть с улицы. Время. Да. Любой кастинг проходится открыто, все видят своих визави, все видят, кого выбирают. В CRM-систему упаковывает каждый кастинг под отдельный тир, статус. И, соответственно, самое важное, то, что происходит социальный вид для человека. Соответственно, если он живет где-то очень далеко, ему надо лететь в Хабаровск или еще что-то, он уже не стоит в очередях, он просто все делает в онлайне. Соответственно, планируем зарабатывать на привлечении партнеров, их публикации, участие в топовых кастингах, на размещение социальной рекламы какой-то, нативной рекламы и продажи дополнительных фишек нашего редактора. Спасибо. Спасибо тебе большое. Отличный проект, на мой взгляд.